Чья армия сильнее, китайская или индийская? А если сравнить вооруженные силы Великобритании и Франции? Выяснить это позволяет индекс Global Firepower – глобальная огневая мощь. При составлении рейтинга глобальной огневой мощи учитываются 50 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны. В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности. Первое место в мировом рейтинге военной мощи на 2021 год занимают США. России отдали второе место, а третье место досталось Китаю. Далее в десятку ведущих военных держав мира входят Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия, Пакистан. Турция занимает 11 место, а Азербайджан обосновался на 64 месте среди 138 стран в рейтинге «Глобальная огневая мощь». Что касается других стран Южного Кавказа, то Грузия занимает 92-е, а Армения – 100-е место в рейтинге. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.